готовить я, такова мечта моя. Это может нелегко оказаться, но я буду очень-очень стараться, и помогут мне друзья. Я пока еще учусь, но ошибок не боюсь, трудно лишь первый раз. Погляди, увидишь сам, как творятся чудеса на волшебной кухне у нас. Итак, приступим. Привет, я Майя, и это мой видеоблог. Для начала новости. Моя сестра Соня выучила новое слово – антилопа. Антилопа, смешно очень. Антилопа, 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 антилопа. А еще мама подарила мне новые фломастеры. И я научилась свистеть. Ну, честно, еще утром получалось. Так, что бы еще снять для моего блога? Может, на волшебной кухне будет что-то интересное? Антилопа, антилопа! Пойдем, ням-няшка. Посмотрим, что нового у хозяина волшебной кухни. О, ням-няшка! Привет, Майя! Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Я теперь блогер! Раскуси меня, чеснок! У нас съемки! Вот хочу снять видео про волшебную кухню! Что у вас нового? Майя, у меня новости! Ага, я готова! Я приготовил наивкуснейший молочный коктейль! Здорово! А какие еще новости есть? А наша соковыжималка сделала гранатовый сок. Классно. Но я не уверена, что это подойдет для моего блога. Майя, а что, если тебе сделать кулинарный блог? Давай снимем видеорецепт. Здорово! Ням-няшка, мы будем готовить, а ты снимай. А что мы приготовим? Мы приготовим традиционное французское блюдо рататуй. Сперва приготовим соус из лука, помидоров и перцев. Ням-няшка, снимаешь? Соус выльем одно в формочки, а затем положим туда нарезанные колечками помидоры, баклажаны и кабачки. Красиво получается. Сверху польем овощи оливковым маслом, смешанным с чесноком и прованскими травами. Прованскими? Именно. Прованс – это область на юге Франции, где придумали рецепт рататуя. Прованскую кухню еще называют кухней солнца. Помимо рататуя здесь любят готовить рыбный суп буйабес и паштет из оливок топинада. И все эти блюда повара щедро приправляют прованскими травами, розмарином, тмином и базиликом с фенхелем. О-ля-ля! Манифик! Це тре жантиль! А теперь давайте посмотрим, что там за видео получилось. Минуточку. Что такое? Попробую промотать. Да, на видеорецепт это совсем не похоже. Да ладно. Дома я сниму новый кулинарный блог. Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни. До свидания. Пока, Майя. Пока, ням-няшка. Обязательно подпишусь на ваш канал. Всем привет! Я Майя, и это мой новый кулинарный блог. В первом выпуске я научу вас готовить рататуй. Рататуй, рататуй! Соня, тише! Я снимаю свой блог. Так нам понадобится. Соня! Смешной рататуй!
На нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии.